вечер всем, кто сегодня пришел в этот прекрасный зал, в клуб Алексея Козлова. Друзья, сегодня у нас не совсем обычный концерт. На эту сцену выйдет музыкант и певец, который когда-то жил, учился и пел в далекой, ныне несуществующей стране под названием СССР. Затем жил, учился и пел в Англии, Испании и других странах, которые теперь принято называть дальним зарубежьем. По всей видимости, чувство ностальгии, присущее большинству людей, музыкантов, вне зависимости от их национальности, людей, которые ходили по московским улицам, общались с друзьями, с музыкантами, общались так, как это бывает только у нас в Москве, всегда это чувство зовет хоть ненадолго вернуться в наш город. И сегодня на этой сцене для вас поет такой человек. Встречайте, Мехрдад Бади. Конечно, главным объектом это была рок-музыка. Она считалась просто идеологически вредным и оружием таким против советской культуры. А когда появилась опера «Jesus Christ Superstar», это вообще уже было уже религиозной пропагандой, это было страшно. А именно тогда «Арсенал» и сделал версию
нашу версию вот этой оперы. И мы попали сразу в глухое подполье и сидели там какое-то время, пока нам не предложили поступить на работу в Калининградскую филармонию, какую-то неизвестную филармонию. И нам надо было пройти прослушивание в Министерстве культуры РСФСР для того, чтобы официально начать работать. А в то время в Советском Союзе, я сейчас точно совершенно помню, значит, были рок-группы двух типов. Одни исполняли принципиально только на английском языке, и, значит, были те, кто, значит, исполнял Deep Purple, были Black Sabbath. Очень много было под Beatles пели, но на английском. И тут появляется VIA, вокально-инструментальный ансамбль, которые начали петь на русском языке. И вот тогда все настоящие хиппи, а я был хиппи, трудно себе представить, вот с такими волосами, и мы их запрезирали. Понимаете, вот это для нас было петь на русском, это называлось западло. Понимаете? И тут я понял, что если мы сейчас не исполним на этом прослушивании хоть что-нибудь на русском языке, то мы не пройдем, вообще никуда нас не возьмут, и мы будем сидеть в подполье так до конца жизни. И в этот момент начались уже провокации. То есть мы давали подпольные концерты, где исполняли и Jesus Christ Superstar, и Чикаго, и вот то, что вы сейчас слышали, это вот такие были хиты настоящие джаз-рока. И начались просто провокации. Например, студентам консерватории их стали вызывать на кафедру, они учились там, духовики, и сказали, что мы вас уволим, если вы будете продолжать даже репетировать с ансамблем «Арсенал». И, в общем, ситуация была такая критическая. И тогда я вынужден был начать искать какие-то тексты более-менее приличные, чтобы сочинить вот на русском языке. Вот одну из них, эту, значит, молитву вы слышали. Это замечательные были стихи Расула Гамзатова. Это было единственное его стихотворение, которое никто не использовал, потому что само понятие молитвы все боялись. Потому что на его слова кто только не писал музыку в то время. И я нашел еще замечательного поэта русского Константина Случевского, 19 век, малоизвестный, забытый, очень талантливый писатель, поэт. И я нашел у него, выбрал его стихотворение «Учит день меня» и тоже сочинил музыку на этот текст. И вот молитва «Учит день меня» мы, значит, на прослушивании в Министерстве культуры РСФСР нас вызвали, значит, мы приоделись, убрали длинные волосы все назад, зачесали, бабочки одели и сыграли ни слова на английском вот эти вот песни и инструментальную музыку. Нас очень поддержал тогда композитор Юрий Сергеевич Саульский, поскольку он очень был такой непростой, очень хитрый человек, и он знал, как построить вообще обсуждение, выступил первым. И как-то, в общем, нас выручил, нас приняли на работу, и мы стали первым таким джаз-рок-ансамблем в Советском Союзе, который стал разъезжать, значит, по разным городам без разрешения. Москва, Ленинград, в общем, крупные города нам были недоступны до поры до времени. И вот, в общем, вот так и началась наша деятельность. А Мехрдад Бади, меня, я как-то случайно вышел на этого человека, поскольку он вообще-то не был, не имел гражданства. Он был из Ирана, они с семьей бежали от Шахеншаха, когда случился заговор против него там в 1947 году, и его
значит, отца, который был военным летчиком, уже приговорили, он участвовал в этом заговоре, в смертной казни. И он, просто узнав об этом, сел на самолет, прихватил с собой любимую девушку обманным путем, чтобы покататься, и перелетел границу, и сел, значит, где-то, по-моему, в Таджикистане. Ну, тут же их КГБ схватило, и не посадили их, а наоборот, использовали, им дали квартиру даже в Москве, использовали военные знания отца, и Мехрдад уже родился-то здесь, но он с детства изучал настоящий английский язык. И вот он был единственный, кстати говоря, в Москве, кто правильно пел на английском языке. Мне просто повезло. Мне привели его. И вот так мы начали репетировать. Это произошло, я даже помню, дату, 12 ноября 1973 года в ДК Москворечи, в подполье, в каком-то подвальчике мы начали репетировать. Вот такая история. Ну, а сейчас я, значит, уже все рассказал, все, что хотел. И послушайте как раз вот эту песню, которую я написал специально для прослушивания. Мы ее, значит, честно исполнили, значит, нас приняли на работу, потом пару раз на концертах где-то еще исполняли, а потом перестали. Но записали ее, кстати говоря, она есть на одном из альбомов, который я потом собрал эти записи и выпустил такие диски из истории «Арсенала». Итак, значит, сейчас прозвучит песня на словах Константина Случевского «Учит день меня». Спасибо, спасибо. Учит день меня не люби ее, учит день меня, не люби ее, учит ночь меня, все ее твое, все ее твое. Thank you.
Спасибо. Добрый вечер, друзья, добрый вечер. Сегодня вообще какая-то получилась полная импровизация сегодня. Мы не ожидали таких добрых, красивых слов Алексея Семеновича. И вообще сегодня получился такой необычный вечер совпадений. Это самое главное совпадение, как раз мы представляем нашу программу сегодня. Первый раз в Москве. И спасибо. И эта программа как раз происходит на сцене клуба Алексея Семеновича Козлова. И это, по-моему, потрясающее совпадение, то, что так все получилось, потому что мы начинали вместе аж прямо 40 лет назад. Мы играли в легендарном «Арсенале». А сегодня наша программа, мы ее назвали «Москва». Лондон, Москва. Почему? Потому что я как бы начинал свою карьеру музыкальную именно в Москве, здесь. И уже сказали, что вот в этой группе
шикарный Алексея Козлова, «Арсенал». Потом переехал в Англию. Как получилось? Много лет прожил в Англии. Потом опять сейчас переехал в Москву. Ну, приезжаю. Довольно часто приезжаю в Москву, которую очень люблю. Очень. И еще одно совпадение сегодня у нас тоже. То, что мы... Следующие две композиции, которые мы сыграем, они, я их записал много-много лет назад на таком легендарном альбоме Давида Тухманова «По волне моей памяти». И совпадение заключается в том, что как раз сегодня, 20 июля, и сегодня... Вот альбом как раз, да-да-да. Сегодня 20 июля. Давид Федорович сегодня как раз празднует день рождения. Так что мы хотим поздравить от всего сердца всем нашим, всей нашей группы. Итак. Летят со стены, спят в садьянах.
мысленно вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, и те, кого уж нет. Ничья для нас не умерла химера, и бьется сердце взятое в их плен. Спасибо!
продолжаем тему 70-х, этих далеких 70-х годов, как мы уже говорили, Алексей Семенович, я был приглашен в арсенал, великий арсенал. Мы тогда, мне очень повезло в жизни, потому что тогда это было большое событие. В начале жизни вокалиста молодого быть приглашенным в такую группу, это было честь, почет. И в течение 2 лет мы объездили почти весь Советский Союз. И вот сейчас мы хотим спеть одну песню из арии Пилата, из рок-оперы «Иисус Христос», «Jesus Christ Superstar», Андрю Ллойд Вебера, который «Арсенал» тогда исполнял впервые за всю историю Советского Союза. Спасибо. Итак, мы дошли до моего английского периода, когда мне пришлось уехать из России в конце 70-х. Но мне опять повезло, я попал довольно быстро в лондонскую музыкальную тусовку, где познакомился с прекрасными музыкантами, с очень хорошими людьми. И многие из них стали моими друзьями. Записывали мы тогда разную музыку в совершенно разных стилях, и на английском, и на русском языке. И вот две песни, которые мы сейчас поем, как раз из одного из проектов, который называется Russian Gypsy Passion.
русско-цыганская страсть. Я такой, такой микс карибского регея и цыганской, такой этно-цыганской мелодии. Thank you.
Спасибо. Сейчас следующая песня. Мне надо сейчас что-то сказать. Where are you going? Why?
записали их не так давно с двумя очень талантливыми авторами, современными авторами, Владимир Ильичев и Владимир Бородин. И первая песня называется «Двое».
далекой стране, знал ее, посвящая ей песни. У подъезда ее по ночам на гитаре играл до утра. Словно тень я метался за ней, не считая пролетов и лестниц. Я читал ее смех по губам, словно ноты с чужого листа. Философская песня, которая, как бы, в общем, говорит про нас, музыкантов, нашу жизнь тяжелую. Когда есть, всегда есть подъем и падение. What goes up must come down. Right up, made it, wanted it.
Сергей Гордеев, барабанов!
дискотек. Двоечник. Хотели представить чуть-чуть попозже. Прекрасная Алина. You were
И это все. До свидания. До скорых встреч. Спасибо.